Здравствуйте, меня зовут Елена Левша, директор компании Oriflame. Сегодня я расскажу о различных способах оплаты заказов в Республике Беларусь. Их существует несколько: в почтовых отделениях, банковскими карточками сразу после размещения заказа на сайте, в кассах, купюроприемниках и через интернет-банкинг Белгазпромбанка и Приорбанка, а также при помощи платежного сервиса EasyPay. Если вы производите оплату на почте, вам необходимо знать фамилия, имя, отчество, регистрационный номер, сумму к оплате, а также будьте внимательны, если вы оплачиваете заказ впервые, об этом необходимо уведомить оператора. Следующая форма оплаты – это сразу после размещения заказа. Как только вы сохранили заказ на сайте компании, у вас открывается следующее окошко, где вас благодарят за заказ, и также здесь есть ссылка «Оплатить заказ Oriflame банковской картой». Нажимаете эту ссылку, у вас открывается окошко «Оплата заказа в Oriflame», где вы вносите ваш электронный ящик, на который будет выслана квитанция об оплате, подтверждающая оплату, вводите сумму платежа, нажимаете «Оплатить». Следующее окошко, где вы очень внимательно вносите все необходимые данные с вашей платежной карточки. Также сумма платежа, она выставляется автоматически. Следующее окошко – это подтверждение оплаты о том, что оплата произведена успешно. Следующая форма оплаты – в купюроприемниках Белгазпромбанка. Оплату можно производить наличными, можно через карточку. В услугах для оплаты выбираете Oriflame. Здесь только представляется оплата заказа Oriflame. Следующее, вводите номер консультанта, вводите сумму платежа, нажимаете «Сохранить платеж» и, конечно же, обязательно сохраняется квитанцию, которую выдает купюроприемник. Следующее – это купюроприемник Приорбанка. Здесь также можно оплачивать как наличными, так и с помощью пластиковой карточки. В различных формах платежа выбирается «Платежи», выбирается «Товары», следующая оплата продукции Oriflame. Также вводите номер консультанта, вводите сумму платежа и сохраняете сам платеж. Конечно же, квитанцию также сохраняете. И еще одна форма оплаты – это платежный сервис EasyPay. Для этого у вас должен быть зарегистрированный собственный кошелек в системе EasyPay. В оплатах выбирается «Косметика», выбираете Oriflame, также вводите номер консультанта, вводите сумму платежа, сохраняете платеж. Квитанцию можете попросить и распечатать, но все оплаты, которые вы производите данными способами, как только вы произвели платеж, ваш заказ автоматически будет сформирован самой компанией и выслан для вас. Информация предоставлена для команды «Территория роста».